короче, слушать, только без фанатизма, без всего. Короче, выехать тебе сейчас очень сложно. Сейчас такая херня, они могут тебе сделать, ну, не то, что именно тебя, вообще, типа того, что предатель Родины, всякая херня, всякая натека. Тебе надо сейчас, ну, грубо берем, там, сегодня, завтра, делать, включать Васю. Пятивный пункт и говорите, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и при пацанах там, ой, и натягивать каску, блядь, на глаза, понял, на все на свете, сказать, у меня шумы какие-то в голове, не пойму, что такое, дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, чтоб тебя могли вывести. Я сейчас, наверное, скоро туда-сюда уже вернусь. Что, инфа какая-то есть? Нет, руку сломаю. Да вон, нажрись нахуй, блядь, самогонки, блядь. Чтоб пьяный был, вообще похуй будет, я тебе отвечаю. Нажрись нахуй, танка, блядь, пизданись нахуй. Ладно, чтоб, блядь, шею не сломал. Да-да, блядь, это вообще... Прыгай, нахуй. Овощем приеду, блядь, пиздец. Прямо руками вперед так нахуй прыгай, блядь, как щучкой воду нахуй. Я понял, да, еще. Этого, блин, пулевое, свое пулевое тут, блядь. Они сами себя, блядь, в жопу стреляли там. На марше, блядь.